В августе Краснослободский завод «Промметизделий» принял участие в международной выставке автомобильной индустрии «Интеравто-2015», по итогам которой был заключен ряд крупных контрактов на поставку продукции. Основными партнерами завода являются компании «Бриджстоун», «Роснефть», Московский государственный университет имени Ломоносова. Многолетний опыт работы позволяет предприятию выполнять любые заказы, независимо от сложности задачи. Завод «Промметизделий» специализируется на производстве мебели, металлических стеллажей, металлических шкафов различного назначения и занимает прочные позиции в своем сегменте рынка. Цеха завода оснащены высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет выпускать качественную продукцию, которая поставляется заказчикам по всей территории России, ближайшего и дальнего зарубежья. Это современное промышленное предприятие, объединяющее производительные, складские и административные помещения с современным оборудованием ведущих зарубежных производителей. В августе месяце мы приняли участие в московской выставке «Интеравто», где представили новую линейку. Через эту выставку получили ряд новых контрактов на поставку. И на данном этапе у нас стоит локальная задача. До Нового года нам необходимо удвоить объемы промышленного производства. Высокое качество мебели из металла, простота в эксплуатации, конкурентные цены позволили заводу «Промметизделий» зарекомендовать себя как надежного поставщика для государственных организаций и частных предприятий. В настоящее время на заводе «Промметизделий» готовится проект по модернизации действующих промышленных мощностей. В планах на ближайшие 2 года оснастить завод новым высокотехнологичным оборудованием, что позволит увеличить объемы производимой продукции. Для обеспечения выполнения данных планов на сегодняшний день на предприятии проводится серьезная подготовка и модернизация производственных мощностей. До конца года на промышленную площадку будет поставлено новое покрасочное оборудование, которое позволит улучшить и качество выпускаемой продукции, и резко увеличить объемы выхода продукции для отгрузки потребителей. Сегодня завод «Промметизделий» – предприятие законченного цикла, от завоза сырья металла до производства готовой продукции. С июля здесь перешли на круглосуточный режим работы и приняли на работу более 10 человек. За третий квартал производительность труда возросла на 15%, а установки камеры порошковой покраски позволят увеличить ее в разы. Станислав Ошкин, «Вести Мордовия».